Всем приветик, друзья! Сегодня сейчас я жду свою подругу. Я только проснулась, сейчас уже полвторого. Вот, проснулся весь час, я просто для вас монтировала видео. Короче, я не могу. Должно быть так. Короче, мне от этой маски очень холодно. У меня прям лицо замораживается. Эта маска с эффектом освежения и прохлады. Не знаю, как это сказать. Короче, она должна очень так неплохо освежать лицо. Оно у меня освежилось. Правда, я чувствую, как у меня все... Я переоделась, сижу, жду подругу. Папа, наверное, с ней поехал открывать ворота, потому что у нас приедет в дачный сектор. Че, ну, я не знаю, как назвать, короче, окей, дачный сектор, электрические ворота. Я опять не почитала, я надеюсь, что завтра я все-таки почитаю. Посмотрите, я просто ставила стул и зацепилась ногтем. Они приехали, теперь я пойду их встречать. Ой, тапочки. В общем, друзья, ко мне приехала подруга. Я та же, единственная. Да, и ананасы, зефирки. Пока не бросаю, я просто почищу и все. Платежки. Я буду планки. Я опять жду. В общем, мы уже искупались. Сейчас будем кушать, сидится скоро. Нажариваем мясо. Не знаю, что они там жарят. И садимся есть. Мы ждем еще моего брата с невестой. Мы лежим на гамаке. Сидим, точнее. И отдыхаем. И отдыхаем. Ой, врю. Вот так вот. Ой, господи. Я жрала тоннами. А потом еще мы делали поделки из сухих макарон. Я их тоже ела. Просто грызла. Я когда вечером уже пила его, такое ощущение, как будто я пила какую-то водку или коньяк. Реально, запах умирает. Ты берешь, у тебя все изнутри выжигает, вот тут тебе хочется закусить чем-нибудь. Да. Ты снимала его? Ты его выложила? Кажется, да. В общем, всем спокойной ночи.